Дорогие друзья, мы здесь, чтобы вам сказать, что спасение даром, что Иисус умер на Христе, чтобы даст тебе жизнь. Спасение даром. Ты не заслужил на спасение, но если ты поверишь в это, что Иисус сделал на кресте, ты спасешься. Тогда ты спасешься, если ты поверишь, что Он единственный Господь, что Он Царь царей, что Он умер за тебя на кресте, что Он воскрес и победил смерть. Если ты обратишься к Нему и попросишь Его, чтобы Он был твоим Господом и Царем, и Спасителем, Он придет в твою жизнь. Он верный, Он войдет в твою жизнь. Иисус — это жизнь. Он путь, Он истина, Он жизнь. Только в Нем жизнь. Только в Нем истина. Если ты придешь к Нему, и Он станет твоим Господом, ты будешь без опасности, у тебя будет мир, ты будешь счастливым человеком, ты не будешь бояться смерти, а когда умрешь, пойдешь на небеса. Но тебе нужно знать Христа лично, не знать просто, что ходил такой человек когда-то по земле. Когда Он был на этой земле, как человек, Он пришел, чтобы умереть на кресте, а сейчас Он находится здесь с нами, в Своем Духе. Если ты Его примешь, у тебя будет настоящая жизнь. Настоящая жизнь — это намного больше, чем это плоть, чем это все, что видят твои глаза. Это намного больше. Жизнь, она вечна. Ты будешь вечно существовать. И от тебя зависит, где ты будешь после своей физической смерти. Ты будешь ли ты с Богом, или ты пойдешь в ад. Ты решаешь здесь. Ты решаешь здесь. Если ты примешь Иисуса, ты пойдешь на небеса. Если ты отвергнешь это, что Он сделал для тебя на кресте, ты пойдешь в ад. Вот все. Поэтому подумай об этом всем, что ты здесь слышишь. Потому что здесь решается твоя вечность. И Иисус возвращается на эту землю. Уже быстро возвращается на эту землю, как Царь царей, как Судья. А сейчас время благодати, и сейчас ты можешь Его избрать, сейчас можешь покаяться. Поэтому я тебе прошу, подумай об этом всем, что ты сейчас услышал.